15. Мы проходим. Здесь такие аперитивчики. Такая красивая атмосфера. И мы проходим в ресторанчик. И сейчас нам скажут, где мы садимся. Так, вот определили наше местечко. Сейчас садимся. Сейчас нам принесут, скорее всего, меню. Друзья, ну вот мы уже сидим, нам принесли менюшечку. Мы уже, конечно, выбрали. Вот смотрите, такое вот меню. Есть несколько разных блюд. Супы, пасты, пиццы и главное блюдо. Вот он, вот это вот все. Ставьте на паузу, смотрите. Мы уже позаказывали, и потом я вам покажу, что же мы заказали. А пока я буду кушать супчик. Диана тоже супчик, наверное, уже скушала. А у Ленка ничего. Я буду кушать супчик. Попробуем томатный супчик. Очень вкусненький. Очень-очень-очень вкусно. Ребят, я вам советую, когда приезжаете в отель, обязательно берите этот супчик, он очень вкусный. Так, друзья, принесли нам уже первое блюдо. Мне лазанью, а Оленке и Дианке принесли шпагетти с соусом песто. Так, ну что, будем пробовать. Чем его едят? Таким ножиком? Или таким? Вот такой вилочкой? Или такой? Оставляйте внизу комментарии. Я буду есть так, как просто хочу. Вот этим ножиком. И мы пробуем, что такое лазанья. Очень вкусно. Ну просто бомбезно. В нашем главном ресторане таких блюд не подают, поэтому очень-очень классно. Вот это что это за штуки? Это шоба. О, это, кстати, оказывается, я думал, что это палочки, а это кусочки спагетти. Вкуснота. Вкуснота просто. Яночка, тебе огромное спасибо, что ты настояла на этом выборе для меня. Вау. Такую лазанью я еще не ел. Принесли нам следующее блюдо. Это пицца Маргарита. Пицца 4 сыра. И тут тоже пицца 4 сыра. Будем сейчас ее пробовать. Так, начнем с этого кусочка. Смотрите, какая аппетитная пицца. А? Горяченько. Только из печи, наверное. Круто. Серьезно. Очень вкусный кусок. Записывайтесь в а-ля карты ресторана. В обычный был достал? Два сурвета. Друзья, итак, принесли нам основное блюдо. Мне принесли эскалоп. Почему-то мы все думали, что эскалоп – это рыба. А это не рыба, это мясо. Вот. А у Лены чикен макнаггетс. А у Дианы получается какая-то рыба. Какая рыба, не сказали? Ну, короче, рыба из красного. Мы начинаем кушать. Эскалоп – это мясо. Я тоже думал, что это рыба. Какое нежное мясо. Потом супер-пупер сливочном соусе. Еще рисик вместе с какими-то грибочками. Друзья, это просто божественно. И фруктики, конечно, фруктики. Обовязково. Просто прекрасно. Друзья, теперь буду знать, что такое эскалоп. Буду его заказывать в ресторане. Все? На этом, наверное, все. Потом я вам расскажу, когда работает этот а-ля карт ресторан.
я вот не помню, еще понедельник, кажется, и среда и суббота, вот так, не каждый день. Все, друзья, мы покушали, все очень вкусненько, у меня были те блюда, которых как раз нет в главном ресторане. Кстати, очень такой красивенький интерьерчик, я с этой стороны снимал, тут бар у нас такой, вот дальше там можно еще взять тому, кто не наелся, всякие фруктики, сладенькое, ну и тут получается еще всякие закусочки, и тут супчики, хлебушек, и там все вот готово. Все. И мы, короче говоря, уходим с ресторанчика. Спасибо большое ему. А вы, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всего вам наилучшего. До скорых встреч!